Приветствую вас, друзья и зрители моего канала. Перед началом обзора я хочу порекомендовать канал моего друга. Это Валера с канала Кое-Куда. Я ссылку оставлю на его канал в описании. Проходите, подписывайтесь, оцените. Он снимает просто шикарные ролики, очень красиво. Заходите. Так, давайте начнем. Перед вами монета 10 лир 1974 года. Республика Сан-Марино. Монета из серии ФАО. Это продовольственная и сельскохозяйственная программа ООН. На монете изображена такая вот замечательная пчела. Пчеловод, привет. Медоносная пчела – это жалящее насекомое из группы общественных пчел. Дикие медоносные пчелы с давних пор, не менее 5000 лет назад, одомашнены и расселены человеком по всему свету. Разводят пчел на пасеках и содержат в ульях, где они живут большими семьями, до 80 тысяч особей. Давайте перейдем к монете. Материал монеты алюминий, диаметр ее 23,3 мм, вес монеты 1,6 грамма. Толщина монеты 1,75 мм, гурт гладкий. Такая вот классная монета. Тираж ее 1 276 162 штуки. И монетный двор, выпускавший монету, Рим. Очень красивая монета. Такая вот. Спасибо, друзья, всем за внимание. Кто не подписан на канал, не забудьте подписаться. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. Не забудьте оценить ролик лайком или дизлайком, кому как нравится. Всем пока. Ссылка на канал Кое-Куда в описании ролика. Все, всем пока.